25 августа на сланцевском стадионе «Шахтер» прошел финальный матч Кубка главы администрации Сланцевского района по футболу между командами «Химик», играющие в сине-желтой форме, и «Ивангород», они в белых футболках. Борьба за главный трофей турнира развернулась напряженная. В ходе матча команды порадовали своих болельщиков большим количеством ярких и острых моментов. Финал по-настоящему выдался эмоциональным и очень интересным. За 90 минут судья успел раздать несколько желтых карточек и удалить двух игроков по одному с обеих сторон. Первый тайм закончился со счетом 2-0 в пользу сланцевской команды. Мячи в ворота соперника отправили Александр Рулев и Василий Шот. Во втором тайме, несмотря на все свои старания, ивангородские футболисты так и не смогли забить «Химику» ни одного гола. В итоге в конце матча счет остался прежним. В этом кубке участвовало 8 команд. Перед началом проведения кубка команды собрались, провели слепой жребий. Где-то он был, для каких-то команд он был удачный, для каких-то не очень. Но тем не менее, одна сетка получилась, может быть, чуть-чуть сильнее, другая сетка, может быть, чуть-чуть слабее. Но тем не менее, это не уменьшает заслуги обоих команд, как команды «Химик», так и команды «Ивангород», которая, в принципе, в полуфинале обыграла очень сильного соперника, команду «Автомобилист». Ну и, встретившись в финале, обе команды показали достойный зрелищный футбол, но чуть, может быть, везучая, сильнее была команда «Химик», с чем мы их и поздравляем. После финального свистка состоялась торжественная церемония награждения. Провели ее исполняющие обязанности главы администрации Сланцевского района Марина Чистова, начальник сектора по культуре, спорту и молодежной политике Сергей Евдокимов и работники физкультурно-оздоровительного комплекса «Сланцы». По мнению сборной общественности зрителей, лучшим игроком матча признан игрок команды «Химик» Василий Шов. Приходящий кубок вручается капитану команды «Химик». Пожалуйста. Спасибо. Давайте трехкратное.